мы просто жаждем, что мы наследники Твои. Земля Господня и все, что наполняет ее. Я наследник этой земли. Мы имеем наследство, мы сонаследники Христу. Мы через Тебя, мы Тобой, мы такие, как Ты. Ты сказал, что мы сделаем более того, чем Ты, потому что Ты поднимаешься на небо. А к нам приходит Святой Дух, и через и Духом Святым мы идем и провозглашаем Твое изобилие и богатство, радость, мир, праведность. Мы провозглашаем исцеление, мы провозглашаем освобождение. Мы провозглашаем, Господь Бог мой, очищение этой земли. И мы провозглашаем землю, обетованную на этом месте. Земля для Христа, Болгария для Христа. Каждый город, Господь, каждое село наполняется Твоим царством, Господь. Ибо Царство Божие мы не увидим, может быть, внешне, Господь, но мы увидим внутри нас, Господь, и через нас. И между нами, Господь, Твоя любовь, Твое царство, Твой мир. Мы провозглашаем во имя Иисуса, принимаем этот мир, Господь, между церковью, Господь, внутри церкви, между учениками, Господь. Аллилуйя, слава Тебе.